А, не то, рамка, все. Вот. Блин, короче, это жесть какая-то. Ладно, врываемся на вторую карту сегодняшнего, собственно, первого нашего игрового дня. Mass Attack против First Blood. И вот они, почти завершенные пики. Легион команда Джеки Нарина аппараты кого-то доберут через это Магнус. Собственно, в мид. Ну, типа Ice Blaster, Пешечка, Магропира, Ice Puff, Легион там еще кого-то старается минуснуть. Ну, собственно, Свен, Бристл Бэквич, Доктор, Сларк у First Blood. Лейт потенциал нереальный. Если ребята выходят в лейт, то, конечно же, не масса так просто унижают, делают с ними, что хотят, вертят их как маленьких детей. Но пока, в принципе, на ранней стадии игры, опять же, так же, как и было в предыдущей игре, все шансы у масса так задавить там, буквально там за 20-25 минут, потому что противник будет просто бессилен что-то сделать. Ну и, в принципе, вполне очевидный бан пик Рубика на последний слот. Ну да, еще раз повторюсь, начали задержки, потому что просто-напросто у меня огромное напряжение в электросети, у меня моргает нереально свет, у меня вырубался компьютер уже два раза. Ну, собственно, поэтому такая ситуация неприятная, довольно-таки. Ну, я, конечно, не прошу прощения, я этого не хотел, всяко старался это предотвратить. Ну блин, я целый месяц стримил нормально, все было без каких-либо проблем. И именно сегодня, именно в это время обязательно нужно что-то сделать. Я на самом деле боюсь, как бы меня снова не вырубило. Иначе, к сожалению, там не будет вода на ютубе, не будет. Ну, собственно, полноценную игру мы с вами просто-напросто не сможем посмотреть. Но надеюсь, все будет нормально. Ну что, стандартная пауза. Пока что ждем чего-то. Ну, чего-то пока ждем. Ладно. Да, настройки у меня слетели, так что я себя чуть-чуть добавлю. Ну, пока они не двигаются, то можно посмотреть, кто на ком играет. Сега на Сларке. Мэверик на Вич Докторе. Мистер Баллончик на... Подожди, стоп. Это Бристлбэк там... Да, это Мэврик, Бристлбэк, Батончик, Вич-Доктор, да-да-да, все правильно. Элитарго на Рубике, Севен на Свене. Ну и, собственно, масса так. Мы будем завоевателями на линии. Где-то огромная рыба вообще на самом деле. Легион Командер, Перфект, Митчелл Скилл, Магнус, какие-то непонятные символы. Дримс из Коллапс на аппарате, ну и Диво из на Джекира. Ну и что, гоу, ребята, спрашивают, у нас Джакира, видимо, хочет немножечко поиграть в доту. ФБ затащат, если нет, то минус 500 рублей. Ну, типа фиг знает на самом деле, фиг знает. Контроля достаточно, то есть есть хорошие каски, есть свинчик со станчиком и фаркраем, есть довольно-таки плотный, опять же, бристлбэк. Ну, Сларк нет. Сларк просто мобильный, он за счет этого, в принципе, выживает в большинстве ситуаций. На начальных стадиях игры, там, пока он не появится, какой-нибудь скади, там, ну, и, в принципе, каких-то статов, БКБшечек, возможно, либо типа того. Ну, Рубик, в принципе, хороший суппорт, стараться держаться подальше, там, только если есть, конечно же, РП, врываться именно в самое-самое пекло, ну, либо дуэль Легион Командера как-то грамотно, под конец, там, просто законтролить. Ну, короче, можно что-то придумать. Ладно, ну, по итогу Лина будет в миду, что? Магнус будет стоять сложную линию с аппаратом? Или аппарат сейчас переместит все-таки наверх, будет помогать своему, как бы, кэрри, Легион Командеру? Что-то вообще непонятное, что-то очень странное. Я прям не знаю. Да, на самом деле, кто Леха из них? Довольно-таки хороший вопрос, хотелось бы узнать. Ну, все топят за ФБ, я прям не знаю вообще. Может быть, я что-то не в курсе? Может, ребята какие-то реально популярные? Так, что происходит? Нет, все нормально.
понимаю так, что здесь сумку забрали какой-то профессор. Что за профессор у нас в лобби? Я таких не знаю. Будет полить инфу командам. Ох. Да я шучу, конечно же. Ну и что, Лина в миду против Сларка. Очень необычно. Ну хотя, в принципе, как еще по-другому ставить пик ФБ? Свен в миду, ну типа не очень. Сларк более-менее, в принципе, поймать его сложно. У парня есть эскейп, может заявить какие-то станы. Неудобные ему, опять же, но с ластиком нужно поработать. Добьет ли этого? Нет. Сега, соберись. Это точно. Ну и что, Магнус стоит соло против даблы. 2-1-2 у нас решили выбрать расстановочку ФБ. Ну, пик на самом деле, да и по-моему, расстановка немножко памерская. Как бы это так ни было. Чилинг тач, еще один удар, нужно пич доктору. Что это за контроль персонажа? Почему он остановился? Он просто-напросто дал себе умереть. Бризлбек здесь спрятался в лесах, очень боится, ему страшно. Ну, не знаю, не знаю. Ну, пока 0-1. В миду. Конечно же, Сларк как-то пока себя вообще не показывает. У него по-прежнему 0 крипов. Хочу это заметить. У Лины уже 8. 5 динаев. О, первый крип. Хорошо. Разгоняемся потихоньку. Но Бристлбэк стоит. Второй уровень есть. Но все-таки радиус опыта где-то вот тут вот. Так что нужно ему желательно выйти из кустов, поспроить что-то. Но Вичдоктор грустненький пока отправляется пешком. На верхнюю линию Лина пока тем временем соло убила Сларка в миду на третьем уровне. Он ее типа убить хотел? Паунсом что ли на нее прыгнул? У него второй уровень, если я не ошибаюсь, он очень сильно проиграет. Да, да, у него второй уровень. А еще он прокачал пассивку и не смог просто-напросто даже банально стан заявить. Что это за кошмар? Так, ладно, Свенчик у нас здесь, кстати, Клифф решил прокачать на втором уровне, то есть линию немножко подпушивает, но, в принципе, из Зевса Магнус, точнее, дамажит. Можно на Скьюри уехать. Ну, надо было бы Свена зацепить с собой. Ему понравилось, я уверен в этом. Стана нет, так что, в принципе, Магнус тут мог ему с руки довольно-таки неплохо навалять, хотя там есть Far Cry, это, да, в принципе, даже у него с ручки побольше, так что... Я бы не сказал, здесь проблемы. Большие проблемы, скорее всего, Вич Доктора, Бристлбека нет смысла даже бить. А из пафа не попали, два удара сделали, каски хорошие, но Вич Доктор здесь точно погибнет, хотят еще дать попробовать фраг Легионки. Нет, нет, аппарат решил все-таки забрать себе. Ну и Бристлбек спокойно просто-напросто делает телепорт у нас здесь. Да, он только сейчас пришел у нас почему-то, что наш стрим работает. Я не знаю. Чувствую зря, что поставил на свою девушку. Возможно. Возможно, это так и есть. Ну, собственно, прогнали здесь Бристлбека. Прежнего второй уровень. Два крипа. Сларк в миду страдает. Третий уровень. Лин уже, скорее всего. Ну, пока 5. Пока 5. 20 крипов. 10 заденаянных. Сларк 5-1. Ну, здесь абсолютная доминация уже сейчас, уже на третьей минуте. И не думаю, что ситуация как-то изменится. Хотя, в принципе, нет. Нет, такое нереально. Вич-доктору с Рубиком как-то загангать мид, это очень трудно и очень непросто. Магнус не слишком удачно для себя разменивается. Должен быть телекинезик. Почему Свен его игнорирует? А, там есть шоквейв, поэтому он его игнорирует. Так что сейчас как удачно поехать на Сквири в нужную сторону. Дать какое-то небольшое количество дэмэджа. В принципе, его Свена можно убить с Кьюером. Не достает. Так, что у нас здесь? 225 хп. У него есть Far Cry. Ну, короче, Свен живет. Свен точно здесь живет. Есть банка стики. То есть, в принципе, на второй шоквейв будет. Но там кулдаун 8 секунд. И Свен, скорее всего, от него просто убежит. Хотя, мускулы здесь больше. Процент сколько? Доп скорость 12%. Так что бегать они будут примерно равным. Ну, в спиде. Смотрим именно за этим моментом, подождем. Ну, пока 0-3, мак, красавцы. 2000, уже 2000 по золоту, 1500 пока по опту. Преимущество. Так, ну, программка работает, дропов нет. Самое главное, я по-прежнему продолжаю все проверять. У меня бы еще тут табличка была с напряжением, я бы ее тоже постоянно мониторил, что мало ли, комп может снова вырубиться и стрим снова упадет, как бы это печально не звучало. Ну и что Магнус, Свенчик, Кларити, пару ударов, пытается бить с ручки, ну Свен здесь погиб уже точно достаточно хп, хотя, ну теперь маны нет, стиги, вот он наконец-то пошел в Far Cry, 2 секунды, 3 секунды, ну а почему не пойти, ну лол, ну Рубик же тебя точно не убьет, ну у тебя тем более банка есть, ну...
как-то уж слишком сейвово играет. Ну, хотя, в принципе, за это его нельзя наказывать. Огромных проблем Свену здесь доставили. Да, Рубик моргает ему сейчас, даст ему флашечку. Ну, а Магнус вообще все замечательно. Еще руну регенерации подобрал. Вверху Баунти, 25-12 против 6, в принципе, крипов. Ну, это вообще что-то непонятное. Бэшлбэк здесь поймали на айспаф, и да. Легион Командор стрелами второго уровня, кстати. Его здесь спокойно убивает. 0-4. Счет внизу. Казалось. Да что же с голосом? Что со стримом? Что вообще происходит? Почему сегодня все так как-то нескладно идет? Там кто-то что-то в скайпе писал. А, да. Это такое. Это пока меня не касается. Потом. А, с чем согласен я? Я не знаю. Я уже не помню ничего. Я даже не помню название предыдущих команд, если честно. Кроме ТРВП. Ну и что, у Магнуса сейчас появятся сапожки. В принципе, можно купить какой-то телепорт скроу на всякий случай. Но, в принципе, у Свена большие проблемы. У Свена огромные проблемы, есть весь прокаст абсолютно. Ну, хотя, Empower бы еще желательно. Блин, на Сквюри въезжает рефрешер РП и минус 2. Дабл килл, изим вообще просто. Все что угодно. Да, вот Магнус спрятал, его видели. Да-да-да, сейчас тут добалуются и поюзуют ЕРП. Просто так-напросто. Просто-напросто, просто жмет ЕРП. Ну, я сам какой-то не собранный, вообще какой-то косяк сегодня, а не день. Ну и что, летит к нему два суппорта, суппорты в смоках. Магнус, да он его в соло убьет. Ну вообще, зачем эти суппорты здесь нужны? Хотя Far Cry нужно бегать. Ну, здесь, хотя, шоквейв, ты нажми уже. Вот, ну и крипов обязательно нужно переагрить. Да, последняя тычка не убьет, ну и все у него здесь супер, мега, замечательно. Свен тем временем у нас, а это, да, соберись. Ладно, в миду, Сларк униженный. Ты довольно-таки плотненько, один скрипов против 40, проиграл в 4 раза. Линию, 6 уровень он, Лина 7, слугу на Блэйдом ПТ-шечкой и нуликами. Ну вот сколько у него хп? 728. Допустим, он не успеет нажать ни одной своей кнопки. Лагуна Блэйд 1400, ну, там пару ударов с руки размять. Вот, вот, просто Драгон Слейвом пол хп нет. Так что с Лагуна Блэйда его здесь абсолютно спокойно можно будет убивать в дальнейшем. Я, в принципе, герой такой довольно-таки хилинка, как легко пробиваем физы магическим прокастом. Легион, 1400 сапоги, ну не знаю, либо дагер, хотя может быть и медайс какой-то будет. Поглядим внизу, экшончик у Свена, проблемы, айспав больше такой отрезающий у Магнуса маны на РП. Ну есть, но тогда либо на что-то не хватит. Он продолжает наматывать круголем вокруг тавера. Стан хороший, подвоим, но вышка бьет крипов, поэтому вряд ли что-то получится. Очень грамотно делали, то есть не нажимали атаку на Свена, просто бегали вот так вот вокруг. Ну, это более-менее. Сларк неплохо разменялся с Линой. Ну, типа там есть стан, там есть Dragon Slave, если ты подставляешься, ты, к сожалению, не жилец. Здесь каски. Я не знаю, почему здесь находится по-прежнему Вич-Доктор. Он не собирается даже какие-то телепорты делать. У него, в принципе, он отсутствует в инвентаре. Ну, что-то как-то не особо ребята доигрывают. 0.5. Графики 5000 золота, 3000 опыта. Преимущество, на самом деле, хорошее. Култфит. Ну, здесь без вариантов. Наконец-то здесь поймали. Ну, убежать, конечно же, ему не удалось. Наверху Легион. Только в соло против типа с Бристлбеком. Это типа дабла, еще и Бристлбеку приходится уходить. Ну, я не знаю, как-то все вообще печально. Грустнее просто не бывает. Первую шку для связи забрали тем временем масс-атак. Ну, и Легионка. Нет, не стал, конечно же. Ну, хотя стики есть, да, даггер уже. 8-я минута даггер, первая дуэль выиграна, и, короче, все три линии задоминированы абсолютно, просто без вариантов. Особенно бот, особенно мид. Лина просто в салат переиграла Сларка. Ну и у аппарата уже есть поинт-бустер. На 8-й минуте у суппорта есть поинт-бустер, это что-то вообще непонятное. Да, надеюсь, завтра таких задержек не будет. Я тоже на это надеюсь. Ну, хотя меня завтра не будет. Если только очень поздно вечером. Легионка.
Ну зачем же ты так делаешь? Ты мог просто уйти с Дайгер куда-то в кусты и убежать. Ошибся. Сларк бегает за Джакира. Есть здесь Магнус, у Магнуса есть импауэр. Крит, проблемы, нужно бежать, ехать. Ну, на паунсе не уедешь далеко, хотя Джакира должен разменяться. С ручки, еще один ударчик, еще один ударчик. Нет, паунс улетел. Ну, зато пришел довольно-таки битый Рубик, сейчас его можно поджечь. Да, и будет ему очень больно по лицу получается. Второй тайдер. 2-7. Ну, типа такое, на ошибках опять же, забрали на ошибках. В принципе, мы могли не отдавать эти фраги. Расслабились. Наверное. Ну и Свен, 0-2, ПТ, Брайсер, Брислбек. 1-1, ПТ, щиточек, грейджный. Лина, 1-0-0, почти догон, кстати. Джакира, дефолтный суппорт, с вардами, со всей гадостью, с телепортами. Ну и у Магнуса, при должном фарме, конечно же, этой линии, скоро-скоро будет дагер. Ну и что, Лина спалила здесь всех, на улице день, светло и ясно, всех видно, так что, да-да-да. Нарисовал здесь план, типа они везде, где-то ходят и бегают, что-то хотят. Ну, типа, Кэрри Свен, который пытается кого-то заромить и поймать, это вообще какая-то несусветная глупость. Наверху под ульт аппарата батончик погиб. Вторая дуэт для Легиона и, скорее всего, даже та вышка будет здесь потеряна. Последний Т1, кстати. Ну, здесь нажали еще Fortification. Довольно-таки плотный, кстати, уже Легион Командер, 1100 хп. Ну и там ПТшечка, дальше какие-то армлетики, стандартный закуп. Ну и что, на варде Свен видит, он без вижена. Сейчас заберут вышку и заберут его, потому что дуэль... дуэль 20 секунд кулдауна. Стоит прям на варде. Так что грех его здесь не убить. ГДСик, станчик. Ну, задумка неплохая, но слишком долго бежал, поэтому просто колдфиты на отходе. Да. Приз атак. Ну, как-то теперь же не доиграли ребята. Здесь нужно было нажимать на какие-то спылы, кинуть ультимейт. Ну и было бы все реально круто. Ну и что, Легион. Здесь точно уйдет. Здесь рад, что-то здесь получится сделать. Но здесь тем временем Т2 уже упало. Юльчик у Лины. Нет, это не догон, все-таки это Юл. Голос начинает скрипеть, мне это вообще не нравится. Слишком уж я. Стараюсь, наверное. Хотя, я не ощущаю. Ладно, макропира здесь по двоим, а спавт, к сожалению, по одному Свену, но маны нет. Дуэль, отлично. Ультапарат попал по двоим, и еще и колдфит, дабл кол для легионки. Добегались. Очень долго бегали. Макну здесь просто в соло развлекает двух суппортов. Собственно, они ему ничего сделать не могут, а один шукуев пробивает вич-доктора на пол столба. 2200. В принципе, дагер здесь уже есть. У Легионки все тоже нереально хорошо, я думаю, даже есть смысл открыть на творчески. Да, 6,5 у Лины, 5500 у Легион Командера, дальше идет у нас Магнус и суппорт аппарату, у которого через 1200 будет огонь. Это минута 15, наверное, с таким фаром, который у него сейчас есть. Я думаю, даже ГПМ у него хороший. Да, 300. То есть у Свена 228 вообще. Ну и по золоту он отстает на 1000 почти от суппорт аппарата. Ну, здесь стандартная игра Джакира, здесь ничего особенного нет, просто поджигает вышку, Сларка видит. Хорошие ворды, стандартные довольно-таки. Раньше были, потом убрали, потом добавили. Ну, что-то же надо постоянно обновлять. Здесь у нас Юл, кого-то подняли Сларка, поймал от аппарата, и, конечно же, закончится он здесь. Вот, просто с ручки доберут, а и с пафом пытались кого-то поймать, в итоге нашли двух противников, Лина, стан неточный, с Лагуна Блейда, батончика. Но он с руки умер, так что Рубик здесь сейчас погибнет просто от ультимейта. Здесь попытка поймать Джакира. Он под гули, но уже ультра трипл кил пока что. У Легионки есть ульта. Но унизать ее пока неохота. С Дайера, за Бристлбеком, ну как-то не точно. Свенчик с ГДС. Ну, ГДС уже вот-вот кончился. Far Cry тоже, хотя дэмэджа хватило. Под Джакира. Третья выигранная. Четвертая? Когда успел? Ну, Свен здесь не боец. Да, он может максимум разменяться, но сейчас умирать не в его интересах. Хотя у Лины по-прежнему есть Лагуна Блейд, Рубик умер с ручек, и это минус Свен. Да. Ну, грубо говоря, ультракил, сколько там? Скажи мне, полтного файтрикапа не будет, но, по-моему, это 4 в 1. Ну, да, здесь показывает последний фраг Свена. 4.16 на 14 минуте. Две игры просто какой-то нереальный. Салат уже 15 тысяч по золоту, 10 тысяч по опыту. Огонь. Тут, что здесь происходит, Магнус,
Ну, что-то уж совсем пошел соло гейминг, да, и Сларк под Дарпак там выживает. Лина, Станчик, Драгон Слейв. Ну нет, скинул, сейчас спаунца просто. Должен здесь и уходить. Чувак. Я не умею стримить. Конечно, чё. Я вообще ничего не умею. Я не претендую на звание стримера. Мне норм. Ну и Рубик. Ничего нет, 6 крипов. Может вообще сейчас на самом деле умереть. Вижна нет, Станчик не точный, Драгонслейвом и Дагоном. Даже дуэль не успели дать. Ну, надо было подождать все-таки, наверное. Джакира поймал. Суппорта, суппорт, минус. Лина просто везде, 7-0. Почти второй догон. По экономике можно купить и ульчик. Хорошо, ульт аппарата, все просто идеально. По таймингу и Драгонслейвом. Точнее, Лагуна Блейдом. Дуэль на Сларка. Сларк минус, ультра килл Лина. Давай рампашку. Рампажечку. Сручик, сручик, хорошо. Ай, Джакира Стиллер. Специально рассчитал дамаг. Над Ликвидфайра, да. Репорт Джакира. Ну, я не знаю вообще, что в играх терпеть такое унижение. Ну, по-другому это реально не называть. Кто там, по-моему, 500 рублей проиграл. Некрасивая игра. Ну, грязи огромное количество, от ФБ просто вообще забей слов нет. На просто тупо давят, ловят на ошибках. Им они особо даже не стараются. Под маледиктом. Ну, нет, здесь не умрет. Здесь есть подхильчик. Есть пресс-атак, так что без проблем. Ну и последний. Т2 сейчас тоже упадет. Предпоследний уже кончился. Ну, вот сейчас вот тавер упадет. Поглянем последний раз, наверное, графики, потому что потом игра, я думаю, закончится. Ну, или ребята тоже решат, что нужно там играть до конца, до падения трона, русские не сдаются и все такое. Магнус снова дал РПшечку, но да, Ерени уедет и Свен его еще и убивает. Интересно. Ну и Брутсус я купил. Кристаллис или Блэдмейл? Непонятно. Лина на варде, поймала Ствена, есть Драгон Слейв, Лагуна Блейд, да, все спокойно, ульт аппарата, хороший, по вич-доктору, нет, поймал его только Бристлбэкс, я в юльчик, и на догоночку. Еще и руна регенерации была, дуэль, минус. Просто вот, я не знаю, ботов, по-моему, пассивно сложнее убить, чем вот это вот. Ну идут и умирают. Вот Сларк поймал, пол хп нет, Лина пытается жить, юл через одну, две. Собственно, есть юл, легион уже здесь, сейчас будет стан по таймингу. Ну, или просто его в юл поднять. Ой, хороший станчик, Драгон Слейв вам сдули. Лина живая. Бутылка отпивается, легион гоняет здесь Рубика, телекинеза нет, есть только фейтболт. Ну, и здесь сейчас его Лина, опять же, догоном, да. Даблкл 12-0. Здесь. Доктор, Дагер, Скьюр, Шоквейв. И просто под эмпауэром. Еще один ударчик сделать, отлично. Эспав, минус. Да, Лина, репорт Лину, стиль тут Магнуса. Юл, хороший ульт аппарата, отлично, в принципе, словил, стан. Как это вообще комментировать? Снова ультракил, ну, здесь, конечно, ребята не отдадутся. Бешеная Лина с четвертым догоном уже, четвертый в стэше. Да, 500 рублей парень проиграл. Грусть. Очередная дуэль на Рубика, естественно, никто не поможет. Ну и уже плюс 78 атаки. Станчик, догончик, ну не стали идти до конца. Стики, дагер, нужно все быстро нажимать. Йоу, лайспав, чем можно, только откинулись. Прыгнули на Лину, не попали по линии. Да Йоула далеко, живет. Ну Слар здесь поймал пока пару станов. Отлично, Драгонслейв, и это минус даблкил. От Лин в очередной раз. Такая грязь. Это больше фейл, чем... Мое напряжение электросети сегодня, которое просто каких-то за небесных числах показывает, прям как курс евро. Именно сегодня, именно вот в этот момент. Когда есть какие-то игры. Ну, прям вообще беда. Свен с ГДСом, Легиона, убил. Стрик с него небольшой снял, но... Это не повлияет, потому что вот они, графики... Короче. Да, и его тоже репорт нафидел. А там по смертям, в принципе, особо их нету. Ну, 7.31, типа... Даже в предыдущей игре она была не такой однокалиточной. Каски.
Ну, они долетают все равно, конечно, но зато не забашился. Гу, догон. Четвертый уровень. Здрасте. А, уже пятый. Хорошо, Магнуса подняли на РПшечку. Отлично. Из бласты. Кто кого убьет? Лин всех убьет. Трипл килл. Ультра килл. Давай. Да, ультра килл. Где последний рэвейдж? Рэмпейдж. Да, Лин за ним. Буйство, наконец-то. Три ультра килла, один рэмпейдж, 20 минут ГГ. Ну, тут сразу Т4. Байбеков тут ни у кого нет. Хотя Сларк, Свен... Короче, какая грязь. Ну, Джекира, дефолтный суппорт, 1-1-16. В принципе, ну да, не смог стильнуть очередной рэмпейдж. Вообще грустная игра. Я когда такие смотрю, меня немножко даже в печаль вгоняют такие моменты. Ну, так уж получается. Лина кого-то там еще добила параллельно. Кошмар. Кошмар. Свен очень хочет зажить себе Джакира. Но подняли в Юл. Сейчас будет тут же айспав. Хорошо. Стан. Минус. Догон. Да. Тут надо музыку из Бенни Хилла такую. Ту-ту-ту-ту-ту. И просто ребята бегают. Всех убивают. Минус вторая сторона. Десвард. Ну, окей. Уедешь к пацанам. Подраться. Все. Проиграл. Сколько там уже фрагов у Лины? Она ни разу не умерла. 23-0. 4 и хочешь себе еще и зарел купить. Ульт аппарата. Не точно. Ну и здесь Лак просто убегает. С базы. Бросил парней. А может ребята не знают, что есть такая команда, как типа ГГ, Лина. Есть проблемки под Магропира и сейчас просто с догона, да. Отличный контроль. Не ошибся еще в принципе в этой игре ни разу. Все супер. Ну и вот он и зарел. Блейд. Госкиптер уже летит в курьерчике. Да, Легион там тем временем продолжает убивать ребята. РП. Первый РП, по-моему, по троим. Очень хорошо. Ну, здесь, к сожалению, под Маледиктом был Легион Командер. И Магнус тоже может отъехать. Ну и, в принципе, да, похоже, забили. Две линии забрали, так что Магнуса можно и продать. Аппараты гоним уже и Персимус. То есть он тоже хочет купить себе рефрешер. Такая грязь. Я таких игр даже на Сталадре не видел. Ни в Аматорке, ни в АМ Джуниор, ни на Сэмми серии. Нетворочки. 16,5 тысяч Лина, 10 тысяч Легион Командер. Свен 7 тысяч. Лина его скоро 3 раза сможет купить и перепродать. Просто как вещь. И пауза. А чё ждать вообще? Смысл в этом какой? Тут же Аджали. Аджал Бристлбэк. Он манерный. Так не поступают. Ну да, Лина тут стоит в АФК. Видимо, потребовалось срочно куда-то отойти. Мжолнер у Легион Командера. Ну а Сванси очень сильно хочет БКБшку. Ну, Лина здесь. Лина жаждет крови. У Лины есть Эзариал Блейд. Огним бы еще на самом деле. То есть там кулдаун будет... Не маленький, но, в принципе, не такой медлительный, так что 950 чистого дэмэджа. Блищ. Можно было даже без дегона, по-моему, там бы и драгонслейвом можно было бы спокойно убивать. Ладно, ну что, это будет фарм противника, или мы просто реально закончим игру, перестанем страдать какими-то непонятными вещами? Свен сзади влетел на Легион. Откуда же такой урон? Он критами, короче, влетает и убил. Ну ладно, ну зато здесь погибает сильная вся его команда. И ворваться на пятерых он, конечно же, не имеет на это права. Хотя БКБшка есть, Магнус хорошо по таймику догернулся. Поймали его на айспав, положили Магропиру, словил еще и айсбласт. Ну и, конечно же, погибает здесь от Магнуса. Лина в очередной раз, есть Сларк. Ну нет, с ним не так все просто. Зато есть вот этот парень. Немножко не в том порядке, но... Все равно действенно. С пафом не попали. Магнус, РПшечка. Нужно отвести к своим ребятам. Стан. Да все равно все умрут. Ну, что я вообще несу? Хотя Сларк паунсом вроде убежал. Т4 ломайте. Какие унитазы? Кстати, тут статуи. И здесь нет респа.
Look at it go, Лина. Да. Короче, это нельзя даже игрой назвать. 30 фрагов сейчас у Лины будет. Да, догоном она добьет. И с ручки куда поперся. Подняли в телекинез. Первая смерть. Бристлбэк получает огромный поколан денег. Я хочу увидеть файт река после этого момента. Здесь пока нам показывают Лину. А, точнее, Вич-доктор. Вот она, Лина. 3500 за одного мидера получили. Свен неплохо бьет под БКБшкой. Все ребята стараются как-то кайтить, разбегаться. Но почему на него дуэль не кинуть? Приз за так, тем временем ударил Лубик. Госкейптер, Джакира, живет, пробили стана, но законтролили дуэлькой. Крипы бьют трон, у трона 3200 хп, ну, ну закончите. Это даже смотреть тяжело. Душа болит после таких игр. 25 минут в итоге нам потребовалось, чтобы все это дело закончить. Лайк мне затащил. Ну да, пару фрагов в конце, в принципе, довольно-таки неплохо оформил, ну и у него единственного хотя бы... Счет адекватный, 7-11, старался парень. Так, сладенько, что ж, на этом у нас сегодня все. Две довольно-таки быстрые катки было, по-моему, по времени проблем больше, чем, в принципе, вся эта игра. Завтра у нас также, опять же, 4 игры на параллельных стримах. За этим все. Вступайте в наше, собственно, сообщество с турниром, вступайте в мою личную группу, какие-то в этом постоянно турниры Старладера. Собственно, этот турнирчик теперь, ну и, в принципе, разные новости. Спасибо, что смотрели, и всем пока.